Всем привет! Я Даша Криптокот, и вы смотрите энциклопедию криптовалют на канале CryptoDealers. Сегодня обсуждаем крипту для соцсетей. Поехали! Цифровая валюта Redcoin разработана специально для использования внутри всем нам известных социальных сетей. Как говорят сами разработчики, скоро мы увидим ее на просторах всеми любимых Фейсбука, Ютуба и Инстаграма. Redcoin создавалась на основе распределенного реестра криптовалюты Litecoin, и целью проекта является помощь блогерам и обычным пользователям монетизировать свой визуальный контент с помощью виртуальной валюты. Вышла в свет новая монета в январе 2014 года. Команда состоит из профессионалов, в число которых вошли Джон Нэш и Леонард Симмонс. Как все мы знаем, что лайки в соцсетях превыше всего, но это сейчас. В будущем, как заверяет команда Redcoin, положительные реакции пользователей будут оцениваться токенами именно этой крипты. Сейчас команда разработчиков работает над тем, чтобы сделать Redcoin гибридом электронной валюты, криптографии, пунктов вознаграждения и тому подобное. В основном Redcoin будет интернет-пунктами с фактической денежной стоимостью. Алгоритм работы достаточно специфический. Это что-то среднее между Proof-of-Stake и Proof of Work. Ему даже название придумали отдельное – Proof of Stake Velocity. Ну, чем же он отличается? Дело в том, что данный алгоритм поддерживает как активное выполнение финансовых операций, так и владение долей. Что еще хочу отметить? Redcoin также представляет из себя сервис для связи между страницами разных социальных сетей. Возможным это стало с помощью той же технологии распределенного реестра. В будущем мы сможем тратить свои редкоины на различные покупки в сети, в том числе и внутри игр, ведь раньше нас ограничивали тем, что взятый в игре кредит возможно потратить только в ней. А теперь используй средства где хочешь. Купить токены RDD без труда можно на многих популярных криптобиржах, например, таких как YoBit или Bittrex. Оценить стоимость редкоина в режиме реального времени можно по ссылочке в описании, но сразу скажу, стоимость монеты совсем небольшая, что позволяет хорошенько затариться сейчас и сыграть на долгосрочной перспективе. Хранить соцкрипту можно в официальном кошельке Redcoin Wallet, который легко скачивается с официального сайта. Однако разработчики предупреждают, что на установку может уйти время около 2 суток. Связано это с тем, что одновременно загружается и устройство распределенного реестра Redcoin. Многим кажется, что Redcoin – это именно тот виртуальный актив, который сможет сблизить пользователей соцсетей с миром криптовалют еще больше. На эту идею разработчики Redcoin и ставят, заверяя, что его стоимость будет только расти. Ну что ж, подождем, когда же RDD ворвется массово в жизнь любителей лайкать и репостить. Кстати, о лайках. Я жду ваш под этим видео. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Будем мурчать почаще.